Продюсер выбирает идею, помогает этой идее превратиться в фильм, а потом помогает этому фильму дойти до зрителя. Вот. Ну, конечно, это так очень общее. Вот. И так это разработка идеи, сценария, переписка сценария, работа с режиссером, там, я не знаю, расчет сметы, нужно собрать хорошую команду, знаешь, чтобы вы все были на одной волне. Естественно, поиск бюджета, съемки и так далее, там, постпродакшн. После этого, конечно же, очень важный этап — это именно как выстроить стратегию, чтобы твой фильм дошел до зрителя. Для меня очень важна идея фильма. Вот, то есть она должна прям отзываться во мне, звенеть. Я должна понимать, что человек, который писал это, он знает, о чем он пишет, он это прочувствовал, прожил, что это все искренне и честно. И второй момент очень важный — это сам человек. Мне важно быть на одной волне, понимать, что вот мы работаем над идеей, над какой-то историей, и что вот... как бы наше сотрудничество и дружба дает какую-то энергию и жизнь этому проекту. Мне кажется вообще, что все, что связано вот с развитием сценариев, сюжетов, это такая очень живая энергия, и надо уметь ее поддерживать, да, надо чувствовать режиссера, доверять, и также, чтобы режиссер тебе тоже доверял. Вот ты, брат, говоришь, большой человек стал. А ты в курсе, что меня чуть не посадили? Да ну. Сейчас бы куковал там. Добился, видишь. За что? А не за что. Вообще моя работа в кино началась с фильма «Дарижана», с фильма «Студент». Вот, я как раз-таки начала заниматься продвижением фестивальным, и «Дарижан» с этим фильмом участвовал в особом взгляде Каннского кинофестиваля. Для меня, честно говоря, не могло быть лучшего начала, чем начать работать сразу с таким мастером и сразу с таким фильмом на таком уровне. Я не знаю, мы очень много ли показывали его фильмы, и «Студент», и предыдущие. Я устраивала ретроспективы на других фестивалях. И так как «Дарижан» снимает фильмы редко, и при этом хочется, чтобы все равно о нем говорили и помнили. То есть
постоянно пытаешься поддерживать вот эту вот тему Далижана, что скоро выйдет его новый фильм, что когда фильм вышел, его уже ждали. Вот. И ну, насчет сценария поэта, когда у Далижана появилась идея, вот он, как мы уже дружили, и спасибо ему за доверие, он поделился со мной этой идеей и потихоньку начал писать сценарий. Вот где-то, естественно, я читала, он где-то спрашивал мое мнение, что очень приятно. Вот. Все-таки кино и производство кино — это такое совместное творчество. Если у этого творчества нет сильной идеи и энергии, которая это все ведет, а это должно быть заложено в сценарии. Если ты начинаешь работать с каким-то материалом, то ты должен и понимать тему, то есть хорошо ее исследовать, и при этом ты должен написать настолько, чтобы ну, у тебя не хромала, да, драматургия, чтобы ты мог раскрыть героя, то, что движет героем, да, его характер, и в итоге это все будет вести к, ну, к, вернее, формировать какой-то сюжет. Вот. Иногда при читке сценария ты вообще не понимаешь, что происходит с человеком, что у него в голове, где вообще проблема, почему он так реагирует. Вот, и получается, что ты не веришь тому, что читаешь, и если ты не веришь, ну, мне кажется, это большая проблема, то снимать точно не стоит. Вот, потому что на экране это будет видно, как через увеличительное стекло. Не могу сказать, что я специально ищу сценарии, специально ищу режиссеров. Я не езжу на поиски новых идей именно вот целенаправленно, да, на рынке проектов и так далее. Скорее это бывает, когда я знаю режиссера уже долгое время, он делится какой-то своей идеей, мы начинаем это все обговаривать. Со временем я перестаю спокойно спать, потому что эта идея, она тебя захватывает, она начинает тебя вести, появляются какие-то... Ну, ты уже не можешь без этого жить, это уже становится какой-то частью тебя, и ты понимаешь, что все, ты уже в этом проекте. А, видео тут. Вот подождите. Давай! Начали, Римс. Бер, екі, үш, келген санайсын. Кейм, шеха бар, банады ашасын, жараймаз. Тишина. Приготовились? А я тогда его держу сейчас. Хорошо. Внимание. Мотор. Тишина. Самый окупаемый, как сказать, автор, да, это Тарковский. Потому что его фильмы продолжают показывать по сей день. И совсем недавно, вот в Париже, опять же, показывали его фильмы, реставрированные копии. То есть фильмы живут и продолжают жить. И обычно, ну как хорошие авторские фильмы, они не окупаются сразу, но с годами есть все шансы окупиться. В Казахстане, к сожалению, не так много зрителей, которые ценят авторское кино. Зритель есть, вот, но, к сожалению, вот я могу сравнить, допустим, ситуацию Казахстана и Франции, да, так как мы здесь, мы видим, что тут кинотеатры, я не знаю, 50%, может быть, даже
больше, мне кажется, авторского кино. И люди к этому привыкают, люди ходят, и люди хотят видеть авторское кино. У нас же система другая, и кинотеатры показывают в основном коммерческое кино, им это выгодно, и люди поэтому смотрят только коммерческое кино. У зрителя нет выбора, грубо говоря. Вот. И, естественно, когда выходит авторский фильм казахстанский в прокат, а у зрителя нет привычки пойти и погрузиться в это кино, у него есть привычка только пойти, отвлечься и пойти посмотреть аттракционное какое-то кино. Но многие люди начинают с каких-то обычных голливудских блокбастеров, фильмов. Потом в какой-то момент они попадают на авторское кино. Одних это может не зацепить, а других это может зацепить. И ты понимаешь, что ты, это совершенно другой опыт переживаний. Вот. И после того, как ты что-то подобное один раз прожил, ты начинаешь искать такие фильмы. Вот. И ты хочешь смотреть более содержательное, более... я не знаю, более серьезное, что ли, кино. Вот. И если это произошло со мной и со многими другими зрителями, то, естественно, можно воспитать, привить этот интерес к многим зрителям. Можно, нужно просто дать им возможность выбора. Вот, и опять же, иногда проводить, вернее, чаще проводить спецпоказы, приводить фильмы, не только голливудские фильмы, и иногда мы показываем какие-то авторские казахстанские картины. Нет, прям брать авторские картины, допустим, с Каннского фестиваля, с Берлина, с Венеции, и показывать их зрителю. Я уверена, что со временем зрители будет требовать сам таких картин. Но для авторского кино, конечно же, я считаю, что это кино, оно должно быть поддержано государством, потому что функция у него достаточно серьезная, это как, не знаю, классическая литература, правильно? И это то, что остается в истории. Люди пересматривают эти фильмы, устраивают ретроспективы, опять же, показывают в музеях. То есть это то, что остается каким-то свидетельством времени, того, что вот в это время вот в культуре был такой прорыв, снялся такой-то фильм. Вот, поэтому, естественно, я ищу поддержку государства. И у копродюсеров. Вот, то есть это обычно бывают европейские или азиатские фонды, которые несут, которые, вернее, да, тоже следуют этой идее, что нужно помогать тем проектам, которые, у которых есть вот этот потенциал остаться, ну как, ну не на века, но остаться во времени. Я нашел! Да что ты нашел? Ты сейчас упадешь. Свободу, смотри. Джага, ты гонишь? Нафиг такая свобода? Все, я пошел отсюда. Джага, отойди оттуда, не гони. Санчик. Элис, там Джа. Какой Джа? Он же умер. Санчо, проснись. Да, на самом деле у нас как бы один регион, одни проблемы, казалось бы, да, и при этом нет никаких, практически никаких совместных проектов. Мне кажется, что это большой пробел, который нужно срочно заполнять. Опять же, в Европе я знаю, что очень много разных организаций по продвижению европейского кино, допустим, да, а в Центральной Азии такого вообще нет. Хотя столько работы нужно здесь сделать именно для того, чтобы фильмы более активно выходили на международную арену, причем у нас очень хорошие фильмы,
очень сильные фильмы. Вот, и нужно объединяться. С большой радостью, с большим трепетом хочу сказать, что вот да, мы подходим к открытию, к проведению второго Алматинского международного кинофестиваля, который был инициирован акиматом города нашего. Так, пользуясь случаем, хочу всех поблагодарить за эту возможность. За возможность организовать праздник кино. Ну, я также совмещаю работу продюсера с работой на Алматинском кинофестивале, где я являюсь исполнительным директором и больше отвечаю за организационные вопросы фестиваля. И что является прям моей отдушиной и радостью, и вообще почему как бы я согласилась на эту работу, потому что мне дали заниматься бизнес-площадкой кинофестиваля, на которой мы организовали очень интересные, нужные мастер-классы, питчинг проектов, а также молодые режиссеры, которые прошли отбор сценариев, смогли разобрать свои сценарии с экспертами, которых мы привезли со всего мира, и провести серьезную работу именно с теми, кто начинает, немножко дать им каких-то и инсайтов и проработать их первые сценарии. Мне кажется, да, что это им помогло в подготовке вообще в целом проекта. Фестиваль объединил вокруг себя и все поколения кинематографистов казахстанских. На самом деле это был праздник кино, и было вот это ощущение, что мы наконец-то вместе, что это было просто очень интересное общение между казахстанскими кинематографистами и зарубежными, обсуждение фильмов. Фестиваль, да, он привлекает, очень привлекает зрителя, потому что зритель, помимо того, что он может посмотреть фильм, он может задать свои вопросы авторам этого фильма, он может пообщаться. То есть на самом деле, да, фестиваль — это такая важная площадка, которая также привлекает обычного зрителя, да, и, может быть, развивает вкус, можно так сказать. Ожидаю, что зритель, который придет на эти фильмы, он будет понимать, что это не картина, которая будет развлекать, не та картина, которая будет отвлекать от реальности какими-то суперэффектами, супергероями и всем остальным супер. Вот. Это картина жизни, и мне хочется, чтобы люди, которые зритель, который шел на эту картину, он это понимал и был готов погрузиться в этот опыт, прожить этот опыт, который проживает герой на экране, и принять это где-то для себя внутри, вынести какой-то урок. Это требует гораздо более каких-то таких эмоциональных внутренних затрат, чем просто прийти отдохнуть в кино. Вот. Поэтому мне хочется, конечно же, чтобы этот фильм, наши фильмы, вызывали на диалог зрителя.